Где умением, где числом, где хитро, где напролом. Так называемый «спорт для всех» собрал в этом году работников образования и науки из 9 школ и 4 детских садов. Первенство города Пинска среди педагогов традиционно проходит согласно правилам ФИДЕ по швейцарской системе 7 туров. Горком профсоюза работников образования и науки совместно с отделом образования в рамках социального партнерства традиционно на осенних каникулах школьных проводит соревнования по шашкам и шахматам. Соревнования проходят по двум группам среди школ и гимназий и среди дошкольных, внешкольных и учреждений специального образования. Ну, соответственно, и награждение. Награждаем мы за командные места и в личном зачетом по трём доскам. Игра поистине демократична. За одним столом женщины играют против мужчин, опытные против новичков. И до конца не ясно, чья возьмет. Вот кому точно не занимать опыта, так это Александру Герасимовичу, в свое время учителю физкультуры 9-й средней школы, для которого нынешний турнир 25-й в жизни. Игрок 10-й год как на пенсии, а интерес к соревнованиям по-прежнему живой. Почти постоянно призеры. И шашки, и шахматы. Вот. Участвуем, ну, постоянно. Набираемся опыта, повышаем свое мастерство. Учимся. И стараемся выступить как можно лучше. За шахматной доской настоящее противостояние, битва разумов. По словам самих участников, развивать и совершенствовать логические и аналитические способности важно и нужно на протяжении всей жизни. Это и интеллектуальное развитие, и обмен опытом с коллегами, а также очень приятное времяпрепровождение с теми же коллегами, которых видишь не так часто, к сожалению. В данном турнире я принимаю участие уже 13-й год подряд. И эти соревнования проводятся чисто для членов профсоюза, чтобы учителя немножко пообщались, поиграли. Побеждаешь сильнейший всегда. Так, в общекомандном зачете средних школ не было равных учителям 9-й школы. Серебро досталось школе номер 18, бронза – 3-й гимназии. Среди дошкольных учреждений образования первыми стали воспитатели 28-го детского сада. В числе призеров – специальный детский сад номер 6 для детей с нарушением речи и ясли-сад номер 42.